концерт фольклорного театра «Покровская слобода» в рамках областного фестиваля искусств «Тамбовские звезды 2011». Стартовал фестиваль в январе, включает 4 этапа. В рамках третьего этапа лучшие творческие коллективы области гастролируют по городам и весям Тамбовщины. За 5,5 месяцев побывали в самых разных населенных пунктах нашего региона. Если говорить о коллективе, то его смело можно назвать молодежным студенческим. Поют ребята не только фольклор. Рок-музыка, классическая, духовная, тоже в репертуаре Покровской слободы. Ценят не только искусство. Достопримечательности родной стороны интересуют тоже. Это относится и к Моршанску. Ехали сюда с желанием. Точку в фестивале искусств «Тамбовские звезды 2011» поставит 4-й этап. На смену краскам лета придут осенние звуки. Ольга Усова, Андрей Щербаков, область новостей.